Приветствую вас на канале «Правильный выбор». Сегодня у нас стиральная машина Samsung WD-5500K с AdWash и сушкой. Данная модель разработана в 2016 году, но выпускается и сейчас. Список актуальных цен на сегодняшний день вы можете узнать по ссылкам в описании. Я очень старался собрать всю информацию о модели, написать сценарий, озвучить и смонтировать данный обзор. Буду очень рад, если вы поставите лайк. Данную модель можно найти в двух цветах. Белый корпус с синим люком. Серебряный корпус с синим люком. Часто одна и та же модель, но разного цвета продается по разной цене. Если цвет не принципиален для вас, то можно неплохо сэкономить. Напоминаю, проверить цены вы можете по ссылкам в описании. Тип дисплея LED. Тип загрузки – фронтальная, объем 8 кг, объем сушки – 6 кг, тип барабана – Diamond. Элегантный дизайн. Блестящая дверца, прозрачная или цвета морской воды придает машине роскошный и элегантный вид. Размеры стиральной машины. Ширина 60 см, высота 85, глубина 60 см, вес 72 кг. Инверторный мотор. Цифровой инверторный мотор по сравнению с обычным универсальным электромотором отличается меньшим электропотреблением, пониженным уровнем шума и увеличенным сроком службы. Скорость отжима – 1400 оборотов в минуту. Класс энергопотребления – A. Класс качества стирки – A. Класс качества отжима – A. Расход воды за цикл – 88 литров. Потребление электроэнергии. Стирка и сушка при полной загрузке при 60 градусах Цельсия – 5,44 кВт-часов. Уровень звуковой мощности. Стирка – 54 дБ, отжим – 73 дБ, сушка – 59 дБ. Эффективное удаление пятен. Одним нажатием кнопки технология Bubble Soak помогает удалить пятна загрязнений. Ткань одежды более эффективно пропитывается моющим раствором, и пятна загрязнений удаляются. Технология Eco Bubble обеспечивает идеальное отстирывание даже при низкой температуре воды. Моющее средство превращается в пузырьки, благодаря чему быстро проникает в ткань, легко и быстро удаляет загрязнения, защищая его от повреждения и экономя электроэнергию. Функция Smart Check – это система автоматического выявления и диагностики неисправностей, позволяющая найти неисправности и рекомендовать способ устранения с помощью приложения для смартфона. В результате вы экономите время и затраты на вызов сервисной службы. Уникальная технология Diamond Drum, использующая отверстия в стенках барабана, находящихся в углублениях пирамидальной формы, бережно относится к ткани. Ткань во время стирки не повреждается кромками отверстий. Малый диаметр отверстий не позволяет ткани проникать через отверстие наружу. Забыли сорочку? Функция AdWash позволяет просто и быстро поместить в барабан забытую одежду даже после начала цикла стирки. Кроме того, вы можете также вынуть отстиранную одежду, которую вы хотите отполоскать или высушить. Samsung совместно с исследовательской компанией MarketSense провели исследование среди реальных владельцев стиральной машины Samsung AdWash, чтобы выяснить, как дополнительная дверца изменила подход к стирке. Результаты оказались действительно впечатляющими. 100% владельцев пользуются дополнительной дверцей. 71% добавляют забытые вещи, 43% добавляют кондиционер, 50% добавляют белье на этапе полоскания. Я провел анализ отзывов реальных пользователей данной модели. Сейчас расскажу, на что жалуются обладатели этой машины, а после перейдем к положительным отзывам. Очень долгие стандартные программы, приходится экспериментировать с настройками, а все уже давно привыкли нажать две кнопки и забыть. Сушка долгая, не менее 2,5 часов нужно при полной загрузке. После сушки на резинке барабана остаются скатанные комочки ворсинок от вещей. Прям много заметно, прежде чем доставать вещи, надо тряпкой протереть. А то если заденешь вещью, то прилипнет к ней. Приходится чистить резинки барабана вручную. Программа стирки барабана, как ни смешно, чистит только барабан. Резинку оставляет грязной, резинку отсека до загрузки чистим вручную. Плохой пластик. Внутри люка для дозагрузки в первый же день поцарапался весь пластик. Машинка сильно щелкает замком. Очень сильно. Неприятный звук. Дурацкая мелодия, как на дешевом телефоне в конце стирки, которую я сразу отключил. Очень шумная, как выяснилось, система Eco Bubble гудит постоянно на всех режимах стирки.
Чистка фильтра только через сервис. Фильтр сушки периодически загрязняется, и чистить его сможет только мастер из сервисного центра. Теперь перейдем к положительным отзывам, которые иногда пересекаются с отрицательными. Функция AdWash. Очень нравится эта маленькая дополнительная дверца, потому что довольно часто случается, что забыли действительно носок туда положить или что-то еще. Белье или футболочку детскую всегда что-то находится, что хотелось бы доложить в машину. Стильный дизайн хорошо смотрится в моей ванной комнате. Есть технология Кабабл, которая из порошка и воды делает какие-то волшебные пузыри, и они вещи отстирывают еще лучше. Есть приложение для телефона, через которое можно делать диагностику машины. Стиральная машина проста в управлении. Не растягивает вещи и даже при быстрой стирке сохраняет качество ткани. Стоит защита от протечек, плотная резинка на дверце. Барабан тут объемный. Машинка стирает очень тихо, не трясется. Если вы стали владельцем данной машины, поделитесь в комментариях своим мнением о данной модели. Напоминаю, ссылки на актуальные цены вы найдете в описании под видео. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Надеюсь, этот обзор поможет вам сделать правильный выбор. Всем пока!